Не заберешь в соло их, просто уходи оттуда. Ну ладно, пику тогда соберу. Давай. Регенится быстрее, чем. Да, да, все равно, должен не успеть туда прилететь. Вот. Ну да. Поэтому тебе же сатане, конечно. Сука. Блин, жестко, жестко. Все, буду хилить. Просто ломаем сторону. Пока у меня есть Блэд Мэйл, мне похуй. Видимо, не похуй. Надо бежать. Ох, блядь. Сука, больно, пиздец. Я бегу. Да, батя пиздит. Может, ты останавливаешься? Не, я все. Отдал 1200. Мы повернули не туда, да, снайпер? Да. Я, кажется, туда, я кажется, понял, почему у снайпера никнейм Гребень. У меня 1-3, я... Ладно, пацаны, сейчас я вам покажу, называется выжигание. Бристлбэк даже не понял, наверное, что с ним произошло. И бы не надо было ник такой ставить. Так, а тут кто у нас? Ау! Ай! Ай! Ау! Ай! Шрайну, ай! Бля, он домку обоссали. Причем обоссали. Похвала от залупастика. Это можно как бы было даже заскринить на память. Блин, ляньте, ляньте, какие все дом. Меня 3 человека похвалили. Кроме гребня, сука. Гребень ЧСВ. Понимаете, гребень ЧСВ, остальные 3, залупастик, добрый день и плиз контроль your оргазм, мне дали лайки. Фантомка, мятный лакей. Прям, почему у них все такие ники, знаете, как попрайт какой-то? Ну, я быстрее него бегаю, правильно? У него 290, у меня 321. Но у меня вопрос возник тем временем. Умру ли я сейчас? Шрапнель нас не дамажит уже, скорее всего. Это у нас, хотя, может быть, еще один тик будет. У нас 6 армора и 240 хп. В нас летит орех, который нанесет примерно 65-70 урона. 7 4, 28. 4 ореха я не вытерплю. 3 ореха. Я сейчас убегаю вправо. Один орех летит, второй орех летит. Третий летит. Ну да, я как раз 3 ореха ловлю. 7 3, 21. Ну где-то по 70. И делают паут. У меня останется хп 40. 30-40. Все, пацаны, я живу. Так, там перезашел. Давайте проверим мою математическую теорию. Ну, я почти, кстати, почти прям вот почти просчитал до мелочей. Так, что у меня? У меня 2900. Но я предлагаю поступить так, как я играл на Рике, ребят, примерно 14 лет назад, из-за чего, собственно, у нас в клубе начали бить ебальник тем, кто играл на Рике. Я, к сожалению, точнее, к радости, к счастью, успел завязать с пиком Рикимару к тому моменту. Я покупал радианс и просто бегал за чуваками по карте, и они сгорали. Из-за этого, ну, они вообще не понимали, почему они умирают. И начали бить ебасосы. Потому что, ну, это реально тема не контрилась. То есть ты покупаешь радианс и просто бегаешь за чуваком, и он умирает. Это лютая ему. Мне интересно, что... Ну-ка. Там гений сидит. Так, его мысли. Ну, Рики подумал, что я исчез. Поэтому, в принципе, я могу вылезти и дофармить. Он уже убежал, Рики ж не будет стоять, а ПК и ждать. Ну,
естественно. Так, что делать дальше? План не сработал. О, теперь в два ствола. Теперь в два ствола закусим, да? Бля, пацаны. Пожалуйста, не нужно. Бля, еще и куру дайте. Все, отъебитесь. Портуемся сюда. Я не удивлюсь, если он танкует настоящий. Это он иллюзию отвел. Ого! Вы видели мув? Он, походу, перепутал немножечко настоящего героя иллюзию. Либо это был очень хитрый ход. Но он, видимо, не понимает, что я вижу по дэмэджу башни. Мне похуй, я поймал ублюдок. Мне похуй вообще. Я псих. Может, ее подождать надо, пацаны? А что если стоять и куру ждать? Что будет? Маша, должна сейчас кому-то шмотки нести? Мне кажется, должна вылететь. Ну, например, вот на топе он банша став у визарди несет, ебать. Нихуя себе. Я же говорил, полетит, а вы... Ну, все, это как бы минус бараки, потому что пока там пацаны раздуплятся, нажимаем, нихуя мы не нажимаем, просто убегаем, парни. Убегаем, 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 убегаем. Сделали вид, что убежали, пацаны про нас забыли, пошли. Подожди, нет, не забыли, не забыли, не забыли, тут бегают. Подожди, надо... Ага, по миду, по миду, по миду. Забывают, забывают. Все, забыли, забыли про нижний барак. Блин, на самом деле, ребят, есть предложение сделать, знаете что? Просто пофидить. Ну, как бы пофидить так, не совсем специально, а, ну, так, чуть-чуть пофидить и просто посмотреть, что команда будет делать, как она будет реагировать. То есть фидить не специально там с курьером по миду, а просто взять какого-нибудь героя, сделать себе стату 0.5, а потом попробовать камбэкнуть. Ну, то есть вот так вот, чтобы команда начала меня гнобить, говорить, что типа ты мудак, там все дела, Валера и так далее. Ой, блядь! О, нормально, на опережение. Нихуя, тут даже ты специально стараешься, блядь, хуйню сделать, а все равно получается нормально. Я отойду. Вот понимаете, ну типа, вот как, блядь, тут можно специально что-то делать хуево, если врагам на это похуй. Врагам просто на это похуй, чтобы вы понимали. Ну, типа, ты ставишь купол на СФ, а враги убегают. Им как бы, ну, здесь даже, по-моему, если ты руинить будешь специально, у тебя не получится это сделать. Я вам защиту поставил. Бля, они все равно никого не убивают. Вы понимаете, блядь, я третий купол подряд ставлю на тиммейтов. Враги просто не могут убить никого, кто в куполе. Может быть, они думают, что они под протекцией там. Вы заметили? Вы просто заметили, я третий купол ставлю на тиммейтов, и никто не умер. Ни одного фрага не было. Го драться, пацаны, давайте, 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 давайте. Защиту дал. Я пошел. Пацаны, помогайте, пуль стали. Им вообще похуй. Им на меня тупо насрать. Мне даже никто слова, сука, не сказал за всю игру. Мне и на это ничего не скажут. Почему они все молчат? Мне кажется, ли им вообще похуй? Ну, типа, это в порядке вещей. Блять, где вы понимаете, это пиздец какой-то. Это просто шок. Ну, типа, я вот не знаю. Ну, если... У меня просто не стол. Типа, максимально... Стараешься, ну, типа, ты играешь на героя, максимально своим ультом руинишь замесы, там... Подставляешь тиммейтов. Тебе вообще никто ни слова не говорит. Врагам тоже типа пофигу. И при этом ты выигрываешь. То есть, а что надо сделать вообще, чтобы проиграть здесь? Пацаны, идите ко мне, идите ко мне. Все ко мне, все ко мне. Нажимай. Сюда, сюда, сейчас, сейчас, сейчас. Ко мне, сикер. Давай, 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 давай. Вот сюда, ближе, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Все, сейчас, сейчас, 2 секунды. Махнус, блядь. Можешь? Давайте, вот сюда, унитаз пока. Все нормально. Отлично, отлично. Все, сейчас жму, пацаны. Все, я ухожу. Блять, что так долго? Блять, пацаны, я не успел. Потом
расскажешь, как громко тебя. Ладно, я тогда отвлекаю. Давайте. Что ты делаешь, блядь? Нахуй их поставил. В смысле, чтобы мы, ну, тебе защиту дать. Все, я отошел, брат, я отошел. Меня еще лайкать сейчас будут, пацаны. Если сейчас лайки пойдут, то это все как бы. Просто играешь, максимально руинишь. Ну как, не максимально, конечно, можно и жестче руинить. Но тебе никто слова не говорит, еще и лайки дают. Вот это чисто рай. Это мой рай. Что со мной вообще? Что это такое? Это у меня у тролля пися встала? Глянь, у тролля Биба стоит на Савинова. Бля, я сейчас лица побежу. Да мне с такой Бибой похуй на вас, пацаны, вы чё, рофлите? Во. Ну, пацаны, ну а что если играть в World of Warcraft здесь? Может, давайте, 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 давайте. Так, мне надо, короче, в Азерот ебашить. Ну там все. Блядь. Вот. Иди к Павел. Видали? Видали, что творю? Кто-то просто мапхак активировал, наконец-то. Просто я не палюсь. Я не палюсь на стриме, но мапхак включен, парни. И забирать, как нормальный человек. Но нет, в итоге я сейчас приду на низ и взорвусь. Скриньте. Вот, пришел на низ. Ёбаный свет. В пизду просто. Ебать колотить. Отъебись от меня. Вот он, вот он, вот этого, давай. Ух, ебать ты хорош. Ай, хороший купол, хороший. Только я это делал нормально. Специально, мне кажется, пойдет. Понимаете, он даже таким огромным куполом не смог попасть, сука. А как ты таким куполом не попал вообще, ты шо? А в кого он был, блядь? А я не знаю, я кого? Так понял в меня. Я не знаю, я... Тебе надо купол раза в два больше, брат.